поворачиваем. Сейчас скопление останется. Или пешеходная эта дорожка, или... это велосипедная. Это велосипедная дорожка. Тут вообще он где-то... Это не поле. Там вот с ними высокие такие. Прям поливают деревья. Специальная машина едет, поливает деревья. Это чтоб не заснул водитель. Иди вот туда, он пересядет, поснимай горы. Ну, с этой стороны вот горы. Да там не такие. Какие-то вот какие-то островерхи. Дороги вообще идеальные, да? Смотри, какое это сочное такая зелень. Подвесные гнезда на деревьях. Качек или как. Строительство какое-то. Китайцы, видно, строят. Китайские лес. А глину что-то там собирает.
ландшафт как-то поменялся, другие растения. Наверное, арбузы, если там. Снова ананасы. А это вот. Это манго, наверное. Да, да, маленькие манго висят. Это вот это. Масличные. Пожар был, наверное, убирают что-то и потом выжигают вот эту ботву. Наверное, да. Ну, они у нас. Но это еще маленькие. А тут вообще вот загородки что-то. Ну, тут земля какая-то белая вся где-то. Поселок видно какой-то. Наверное, это отель будет. Поближе к морю, наверное, приехали. Да? Ну, я так понимаю, фруктовые какие-то сады.
коровами пасутся. Ну, наверное, как в Камбодже, где корова стоит, а птичка сидит на спине у нее или на голове. Ну, скорее всего, это просто болото. Смотри вот на эту сторону. Что-то загорожено. Смотри, ряд манго, ряд пальм. Я вот что-то на рядах вижу. Кокосы сбивают. Yeah.
оттуда воду интересно закачивают. Красиво, да? Какая-то эпохальная чистота. На самой макушке приросла. Только провода тут совершенно. Он знает, где останавливаться сам. Фото.